А теперь это в нормальных домах есть такое понятие, как доллик. Просто нормальные 5 метров рельсы кладутся, 200-килограммовая тележка. И все ездит прекрасно, плавно, ровно. Но это не наш метод. У нас есть хрень сопливая, катучая. Когда снимаешь рекламу для виски... Короче, бухло опять рекламируют, засранцы. Есть колоссальная опасность потерять половину людей из съемочной команды. Поэтому приходится следить внимательно. Виски настоящие. Каждая капля на счету. С какого хрена? Я слежу за тобой, Костян. Слежу. Бутылки не подходи. Не трогай. Положи ее. Такие дела. Реклама Jameson на науч-центр Мосгостройки. Как обычно все.